Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! С вами инкогнито Татьяна, и это город Днепр. У нас ухудшилась погода. Сейчас идет мокрый снег с дождем. А к ночи обещают нам вообще мороз. Что оно будет? Как оно будет? Будем смотреть. Но думаю, если будет мороз, то ничего хорошего не будет. Скорее всего, это гололед, налипание мокрого снега, обвисание проводов и тому подобные неприятности. Смотрите, центральный мост, его почти не видно. И левый берег тоже не видно. В общем, погода ухудшилась. Вот такой снег.